Добрый вечер, друзья. Меня зовут Олег, я партнер компании Power Matrix из Екатеринбурга. Рад вас сегодня видеть. Пожалуйста, поставьте плюсики, если слышно меня хорошо. Отлично, спасибо. Сегодня я проведу презентацию, расскажу достаточно кратко и о продукции, и о маркетинге. Где-то займет презентация минут 40. Вы бы хотели, чтобы ваш доход был больше? К примеру, дополнительно 100-200 тысяч рублей в месяц, может быть 300-500. Посмотрите, сколько теперь появилось возможностей у людей с чуть большим доходом. Это и новые удобные квартиры, быть может, рядом где-то с парком, с удобными планировками, с отличным видом на город, где можно, где комфортно всей семье. Это и загородные коттеджи, где можно собраться всей семьей, также встречаться с друзьями, прогуливаться на природе, может быть, где-то с речкой, с лесом. Деньги дают возможности путешествовать. Наверное, все из нас хотели побывать в странах Европы, на экзотических островах, поучаствовать в морских круизах. Деньги – это и автомобили на ваш вкус. Деньги – это и возможность участия в событиях, в которых хочется. Почему бы не побывать на концертах звезд мировой величины или на каких-нибудь интересных очень спортивных мероприятиях. Но если все обобщить, то что дают деньги? Деньги – это качество жизни, это образование и будущее детей, это и качество питания, и возможность отдыха и свободное время, и решение проблем с жильем, будь то квартира или дом, это и автомобили, и путешествия, возможность заниматься любимым делом, возможность самосовершенствования, это личная независимость, это возможность заниматься благотворительностью, что также для многих очень важно. Неужели мы согласны, что не увидим всего этого? Неужели мы оставим все как есть? Что вы реально хотите и что чувствуете? Может, настало время работать на себя? Но для достижения цели нужен удобный и надежный инструмент, или если по-другому сказать, то транспорт, который доставит нас к нашей мечте. И сегодня я хочу вам рассказать о таком транспорте, о таком удобном инструменте. Это компании Power Matrix. А почему я выбираю компанию Power Matrix? На это есть множество причин. Ну вот, остановлюсь очень кратко на шести только. Power Matrix – это российская компания, и сегодня это стало актуально как никогда. Сегодня людям важно осознавать свое участие в развитии экономики именно своей страны. Притом, те курсы валют, которые сейчас существуют, не дают чувствовать себя комфортно в каких-то иностранных компаниях, в компаниях с иностранным продуктом. В Power Matrix вся продукция российская, все технологии российские, и у нас нет никакой зависимости от курса доллара или евро. Это в сегодняшней ситуации очень важно. Power Matrix – это поддержка российской науки. Основная продуктовая линейка – это плод многолетней работы группы российских ученых, нескольких научных, физических и биологических центров. И средства, получаемые от продаж, идут на продолжение научных исследований. Ну, действительно, сейчас идут дополнительные и клинические исследования, и всевозможные исследуются влияние на кровь и так далее. Power Matrix – это прорывной продукт. Инновационность, эксклюзивность, объективная высокоэффективность, простота в применении и хранении, предельная компактность, положительные результаты, что очень интересно с точки зрения бизнеса, появляются уже в первые минуты после использования, в первые часы по ряду продуктов. Продукция максимально актуальна в современном мире. На сегодняшний день в линейку продукции Power Matrix входят более 30 наименований продукции. Это есть такие общие оздоровительные, как, допустим, Matrix Relictum, Matrix Salutem, Matrix Angel, Matrix Selen, которые воздействуют в целом организм. Есть препараты, которые
направлены на определенные системы и органы. А, допустим, это Matrix Gepar, препарат для устранения патологии печени, Matrix Cardin для сердца, Matrix Coronar для сосудов и так далее. На сегодняшний день с продукцией Power Matrix можно решить, наверное, любую задачу, связанную со здоровьем. Ну и, как я уже говорил, результаты появляются достаточно быстро по продукции. И хотя компания и работает в первые месяцы только, уже появилось множество отзывов. И причем таких некоторых просто шокирующих. Мне сейчас постоянно, каждый день раздаются звонки из разных регионов, где рассказывают о своих результатах. Люди, конечно, это просто иногда шокируют, поражают, потому что как можно так быстро получить и по зрению, и по каким-то таким серьезным заболеваниям. Хотя, в принципе, продукция Power Matrix, она позиционируется, и в первую очередь это профилактический продукт. То есть здоровым людям его тоже можно и нужно применять, чтобы никогда не приобрести какие-то патологии, чтобы оставаться всегда молодым и здоровым. И вот как раз на конференции, на расширенной презентации в Москве 2 недели назад были люди, приезжали из регионов, делились также результатами. И вот некоторые фоторезультаты. Допустим, вот первый пример применения продукции Power Matrix. До применения женщина была в таком достаточно тяжелом состоянии по коже, полностью не было здорового участка на теле, полностью вот покрасневшая, отеки, волдыри и так далее. При этом за 6 месяцев, пока вот это все наблюдалось, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Применялся ряд препаратов компании Power Matrix. Ну вот, точнее, вы можете увидеть на записи, которая появится завтра, этой расширенной презентации с участием ученых. Ну вот, давайте посмотрим, что случилось через неделю. То есть фотографии здесь идут через неделю. Ну вот это, кроме лица, руки, вы можете посмотреть, что было с руками, но полностью вот тело было в таком состоянии. И вот, через 7 дней, только через неделю после применения, уже насколько лучше состояние человека. Уже кожа практически очистилась. Ну вот, как вы видите, по рукам также и на руках стала практически нормальная кожа. Через 14 дней уже и не скажешь, что человек вообще болел. И вот через 3 недели полное восстановление. То есть все вот эти, все, что было вот этого негативного на коже, все ушло полностью. Второй у нас пример применения продукции Power Matrix. У человека онкология, так случилось, что метастазы уже пошли в лобной части головы, и было сделано облучение, и не совсем удачно был задет глаз. Случилось кровоизлияние, а человек потерял зрение полностью на правый глаз. Применялся Matrix Visum, наш универсальный препарат для глаз, капли, по которому вообще, конечно, результаты поражают. Через 5 дней вообще
вот это кровоизлияние в глазу, специалисты говорили, что ну, это очень сложно с этим что-то делать. И вот, что мы видим через 5 дней? Практически на вид уже, ну, насколько лучше вы видите состояние глаза, уже только остаточные какие-то моменты. А через 10 дней вообще уже практически глаз выглядит нормально. И что главное, может быть, человек стал видеть свет в дверных проемах этим правым глазом. То есть зрение постепенно стало возвращаться к человеку, причем вот с такими тяжелыми патологиями. Вот это только таких два примера использования. Сейчас каждый день люди получают результаты. Сегодня, вот, допустим, мне звонили из Перми, где вообще там муклая дистрофия была, и вообще ни на что, в принципе, особо не надеялись, потому что ну, ничем не могли решить проблему со зрением, и пошли положительные результаты. Тоже люди уже становятся нашими партнерами, потому что действительно, кто получает сам такие результаты, хочется донести информацию и своему окружению, друзьям, знакомым, да и незнакомым людям тоже помочь. Это, конечно, здорово. И это, конечно, продукт Power Matrix, это тот продукт, с которым приятно работать. И такой продукт, понятно, ведет к хорошим деньгам. Потому что здесь получается у нас с одной стороны мы и хорошо зарабатываем, но с другой стороны мы удовлетворены морально, потому что помогаем людям. Что мне нравится еще в продукции Power Matrix, это то, что это не просто какие-то, это не лекарства, это все равно в большей степени профилактические средства, то есть можно предлагать любым людям, независимо от того, есть у них патологии или нет, или даже если все нормально, а все равно сейчас тенденция к тому, что даже молодые люди, они стремятся как можно дольше сохранить свою молодость. Как раз наша продукция на это и направлена в первую очередь. Ну, еще я остановлюсь, наверное, на вот как раз нашем уникальном препарате для глаз, Matrix Vision. С точки зрения бизнеса, если рассматривать, то это вообще идеальный продукт для сетевого маркетинга. Ну, как я уже говорил, как и вся остальная продукция Power Matrix, Matrix Vision – это разработка российских ученых. А советская и российская наука продолжает удивлять и давать поводы для гордости. Matrix Vision создан на рубеже различных наук, как чаще всего и бывает с прорывными научными технологиями. В данном случае физика и биология, объединившись, дали возможность понять процессы, которые невозможно было объяснить отдельно в рамках биологии и физики. Matrix Vision прошел успешные клинические исследования, в чем, как я уже говорил, исследования продолжаются, нарабатывается материал, потому что ну, такой уникальный препарат. Что интересно, кто участвует в исследованиях, становятся все потребителями этого продукта, потому что видят, какой результат он дает, и уже наши партнеры навсегда. Matrix Vision очень компактен. Это тоже очень удобно для бизнеса. Можно всегда взять с собой на любую встречу, продемонстрировать, поехать в новый регион, взять любую партию продукции, не составит труда. Одно из свойств Matrix Vision, как я уже говорил, моментально ощущаемый положительный эффект первого применения у значительной части людей. Это в первые часы, первые минуты даже после применения. Конечно, это не у всех, потому что все мы разные, у всех различные проблемы. Но каждый третий, каждый четвертый человек чувствует эффект от применения Matrix Vision практически сразу. То есть люди начинают читать ниже строки на таблице.
проверки зрения Сивцева, видеть тот текст, который до этого не видели без очков. Тут люди рассказывают, что забывают надевать очки, и потом уже осознают, что читают без очков. Это, конечно, очень радостно. Вообще это делает работу с Matrix Visum более легкой и радостной, потому что счастливые клиенты – это всегда залог успеха. Высокая эффективность, универсальность, расходуемость продукта одного флакона хватает где-то дней на 20-30. С точки зрения бизнеса это на самом деле хорошо, что это такой не постоянный продукт, не прибор какой-нибудь, не тренажер. Люди постоянно покупают его, и у нас растет товарооборот в структурах. Matrix Visum – это новый продукт для рынка с огромнейшим потенциалом. Подавляющая часть населения на сегодняшний день – люди с повышенными нагрузками на органы зрения. Им необходим Matrix Visum как для профилактики, так и для решения уже появившихся отклонений в органах зрения. При этом люди могут купить его только у партнеров компании Power Matrix. И я хочу также еще продемонстрировать несколько отзывов. Допустим, вообще случайным образом сейчас выберу несколько отзывов. Но как видите, я специально такие ролики поставил разных возрастов людей. Дело в том, что Matrix Visum, как я уже говорил, нужен практически всем, независимо от того, молодой человек или уже в каком-то возрасте. Потому что такие нагрузки сейчас у всех на глаза. Это, конечно, дает такие большие возможности, в том числе и для бизнеса. Еще несколько таких моментов по компании по Power Matrix. Компания новая, она, ну вот образование началось ее в 2015 году, летом. Ну вот тот ассортимент продукции, который мы имеем, он появился буквально перед Новым годом. То есть в действительности компания работает вот в таком режиме, в нормальном, только первые месяцы. Есть такой объективный закон 1.9.90, действующий для любых компаний сетевого маркетинга. Он говорит о том, что 1% дистрибьюторов, пришедших первыми в компанию, зарабатывают большие деньги, 9% пришедших в первую пару лет зарабатывают достойно, и 90% пришедших позже создают основной оборот, но обычно зарабатывают в пределах до 3000 долларов. Конечно, это достаточно условно, и все мы знаем исключения из этого правила, но исключения лишь подтверждают правила. Действительно, у нас есть определенные преимущества, потому что большинство людей в нашей стране еще вообще не слышали о Power Matrix, об этой уникальной прорывной продукции. Power Matrix – это выгодный неагрессивный маркетинг. Щедрый забалансированный компенсационный план компании не ориентирован на применение агрессивных технологий и психологическое давление. И это очень важно. Я думаю, вы согласитесь, что сейчас все уже устали от этих всевозможных агрессивных маркетингов, бинаров, матриц, где идет гипермотивация на первом этапе. Но в итоге все выливается в разочарование, потому что большинство людей не достигает никаких результатов, а маркетинг не позволяет зарабатывать в действительности много. Здесь же ситуация иная. Power Matrix – это возможность быстрого старта и долгосрочной перспективы. Классическая часть маркетинга обеспечивает стабильность и долгосрочные перспективы развития, а стартовый бонус позволяет начать получать мгновенный хороший доход уже с первых дней работы. Ну вот я и хочу перейти к нашей партнерской программе, к маркетинг-плану. И сразу отвечу на вопросы, которые были относительно продукции, относительно тех материалов, которые я представил.
Онкология какого органа? Вот точно я сказать не могу на сегодняшний день, я уточню, потому что вот тоже это я увидел на эти примеры на конференции 2 недели назад в Москве, в офисе компании, и точно вот я затрудняюсь пока сказать. Есть ли печатная продукция по препаратам? Часть продукции есть, сейчас готовится к 7 апреля. 7 апреля пройдет торжественная церемония предоткрытия компании. И вот к 7 апреля готовится расширенный спектр печатных материалов. Как правильно принимать салютом и ангел? А салютом это энергоинформационный бальзам для приема внутрь, флакон 150 мл, его рекомендуют лучше не разбавлять водой, а чайную ложку под язык и рассасывать. Есть в буклетах есть более подробная схема начала приема, которая позволяет немного еще увеличить эффективность продукции. Можете использовать согласно ее. Что еще отличает нашу продукцию от продукции каких-то других компаний, от БАДов и так далее? С помощью, то есть продукции Парматрикс невозможно нанести какой-то вред человеку. И это очень важно. Поэтому здесь вы можете не бояться сделать передозировку по всем препаратам. Единственное, что такие препараты, как Matrix Visum, все равно лучше начинать, допустим, только с одной капли в глаз один раз в сутки, чтобы избежать каких-то обострений. Потому что препараты реально действующие. Как вы знаете, все, что действует, идет иногда через обострение. Здесь просто надо внимательно отслеживать это. Ангел принимается по стандартной схеме, то есть как и большинство продуктов Power Matrix, то есть это 5-10 капель на 50 мл воды и выпить. Ангел также можно применять вместе с селеном на пол-литра воды, можно в бутылку на весь день приготовить там 10-15 капель ангела и также капель 15 селена и пить в течение дня. Нужна печатная продукция? Да, я абсолютно согласен, и она готовится. Да, Визум это информационный препарат. Сейчас перейду еще к слайду. Химический состав Matrix Visum это чистая вода. Причем такой достаточно сильной очистки. И на эту воду наложена информация о здоровой ткани человека и о лекарственных растениях. При этом кластеры воды сложены таким образом, и, конечно, я говорю все это упрощенно, это ученые вам расскажут более подробно и более правильно, но если вот упрощенно, то кластеры воды структурированы таким образом, что они содержат электроны, которые при нахождение уже препарата при попадании на ткани, на живые ткани человека, они эти электроны передают тем тканям, которым необходимо. И то есть у нас получается передача энергии тканям, причем это вот на физическом уровне идет, и идет передача еще информации. Причем информация как о тканях, так и о лекарственных растениях. То есть тут такое многоступенчатое действие идет, и поэтому вызывается такой эффект. То есть организм человека сам начинает очень так
усиленно решать проблемы, которые существуют. Итак, я хочу перейти к маркетинг-плану. Стартовый пакет компании PowerMatrix стоит всего лишь 4800 рублей. На сегодняшний день это меньше, чем 70 долларов даже. То есть это та сумма, которую может найти любой человек, который хочет решить свои задачи какие-то по здоровью, по финансам. Сделано это неспроста, потому что вы все знаете, какая сейчас финансовая обстановка вообще в мире, а у людей таких часто бывает нет свободных средств, и деньги нужны здесь и сейчас. Поэтому маркетинг-план так и построен. Он такой, если можно сказать, антикризисный. Итак, стартовый пакет 4800 рублей. Вы получаете в его составе продукцию на выбор на сумму 5200. То есть, покупая стартовый пакет, мы уже берем продукцию со скидкой. Каждый партнер, кто уже купил стартовый пакет, имеет право на возвратную скидку. То есть, покупая, допустим, один Matrix Visa за 1300 рублей по единой цене, на следующий день партнер получает 310 рублей возвратную скидку начисления в личном кабинете. Эти деньги можно использовать для дальнейших покупок, можно использовать для регистрации новых партнеров, можно получать деньгами. Сам маркетинг-план состоит из нескольких бонусов. Первый бонус – это стартовый бонус, бонус за покупки стартовых пакетов вашей партнерской организации. Он максимально простой, щедрый, прозрачный. Вот посмотрите на табличку на эту. Первая колонка – это поколение до 9-го поколения, с 1 по 9. Вторая колонка – это деньги сразу в рублях, чтобы было понятнее, чтобы сразу любой новичок мог понять, сколько он получит. И третья колонка – это условия получения бонуса. К ней я вернусь немного позже. Чтобы, то есть за покупки стартовых пакетов в первом поколении мы получаем 700 рублей. То есть мы лично рекомендуем кому-нибудь нашу продукцию, наши бизнес-возможности. Человек покупает стартовый пакет, и мы получаем 700 рублей. За продажу стартового пакета во втором поколении мы получаем 600 рублей, в третьем поколении 500 рублей и так далее до 9-го поколения, где 100 рублей. Чтобы получать с первых трех поколений, не требуется абсолютно никаких условий. То есть мы покупаем стартовый пакет и с первых же часов можем начать зарабатывать деньги. Стартовый бонус он начисляется мгновенно, что также очень важно, потому что деньги нужны людям сейчас, прямо здесь и сейчас. Но чтобы получать с четвертого поколения и глубже, нужно выполнить одно простое условие. Нужно, чтобы количество лично приглашенных было не менее, чем глубина поколений. То есть, чтобы получать с четвертого поколения, нужно 4 лично приглашенных, чтобы получать с девятого 9 лично приглашенных. Эти партнеры не обязаны быть активными, то есть это, и причем это условие накопительное за все время партнерства с PowerMatrix. По своему опыту скажу, что это условие выполняется очень быстро, у меня получилось за первый месяц. Давайте, чтобы было еще более понятно, разберем такой простой пример. Допустим, в первую неделю вы приглашаете лично троих партнеров, во вторую неделю двоих партнеров, в третью неделю одного партнера, в четвертую неделю никого лично не приглашаете, а помогаете вашим людям повторять ваши действия и приглашать людей. И со второй недели ваши партнеры начинают повторять то же самое. Какой будет стартовый бонус за первый месяц при таких вот условиях? Настает первая неделя. Мы приглашаем лично троих человек. И, как я уже говорил, за продажу стартового пакета в первом поколении мы получаем 700 рублей. 700 умножаем на 3, получаем 2100 рублей.
А 2100 – это итог работы нашей в первую неделю. Еще очень скромно, но и работы было проведено не очень много, и в принципе товарооборот прошел очень такой скромный. Настает вторая неделя, мы в эту неделю лично приглашаем только уже двоих человек, получаем с них по 700 рублей. Но наши люди, которые пришли в первую неделю, они начинают повторять наши действия, приглашают по 3 человека. С этих людей мы получаем по 600 рублей. И сумма стартовых бонусов за первые 2 недели у нас составит 8900 рублей. Настает третья неделя. Мы в эту неделю уже лично приглашаем только одного человека. Но наши люди продолжают повторять наши действия. Кто-то приглашает по 2, кто-то приглашает по 3. В целом команда становится 54 человека. И сумма стартовых бонусов за 3 недели составит 30 300 рублей. Остается четвертая неделя. Мы в эту неделю уже лично никого не приглашаем, потому что уже надо помогать и нашим людям, в принципе. Ну, это просто пример, приближен в большей степени к реальной жизни, потому что, ну, действительно в первое время можно в большей степени приглашать, потому что еще ваше окружение не знает о новом проекте. В дальнейшем уже больше времени тратится на работу с людьми, которые уже существуют. Итак, в целом наша команда становится 199 человек, и сумма стартовых бонусов за первые 4 недели составит 95 700 рублей. Вот смотрите, в целом команда еще меньше, чем 200 человек, но стартовый бонус уже приближается к 100 тысячам рублей. Я считаю, это очень вообще здорово, учитывая то, что стартовый пакет стоит всего лишь 4800 рублей, то есть приглашать достаточно просто, тем более с тем продуктом, который у нас есть. Давайте посмотрим, что будет, если такая же динамика сохранится и на пятую неделю. Мы в эту неделю также никого не приглашаем, но наши люди приглашают кто по 2, кто по 3, кто по 1. Кто тоже уже не приглашает самостоятельно, а уже кто также помогает своим людям работать. В целом команда становится 725 человек, и сумма стартовых бонусов за 5 недель составит 288 900 рублей. Давайте еще одну неделю посмотрим. Шестая неделя. Я тут не дорисовал кружочки уже на картинке. Команда составит 2633 человека уже. И сумма стартовых бонусов будет 829 900 рублей. Две тысячи шестьсот человек в структуре – это вполне реальная ситуация за первые месяцы работы. Понятно, может, так как это пример, это, как всегда, упрощенно, может быть, вам понадобится не 6 недель, а месяц, 2, 3 для такого результата, но все равно при такой команде уже выплаты только по первому стартовому бонусу приближаются к миллиону рублей. Это, по-моему, очень здорово. Ну, Людмила, это как сказать? Понимаете, у меня вот сегодня общался с партнером, за первую неделю человек лично пригласил 9 человек. Ну, люди, понятно, разные, кто-то приглашает, кто-то вообще ничего не делает, но это выбор каждого. Просто надо искать тех, кто хочет изменить свою жизнь, свое здоровье, свое финансовое положение. Людмила, я строил за 6 первых месяцев 7 тысяч человек структуру. Так что, ну, понятно, может быть, в первый месяц было не 2 тысячи человек, но в первые несколько месяцев было и такое. И что я хочу сказать на примере, ну, в сравнении с прошлыми моими проектами. Здесь, конечно же, разница кардинальная. Вот как я уже говорил, у меня была структура 7 тысяч человек.
в 2011 году, осенью 2011 года, и, но мой чек там, мои все бонусы были ниже, чем сейчас в компании Power Matrix, хотя у меня здесь еще и тысяч нет человек. То есть разница в выплатах кардинальная. Это что касается стартового бонуса. Сейчас, прошу прощения. Следующий бонус, как мы разобрали, вот он, за все стартовые пакеты мы получаем стартовый бонус. Все остальные покупки, все повторные покупки идут в расчет базового бонуса. Это вот пример классического маркетинг-плана. Здесь уже есть ступеньки, начиная от консультанта, заканчивая бриллиантовым президентом. Мастер-менеджер, директор, здесь условия квалификации – это групповой объем с учетом стартовых пакетов. Для директора это всего лишь 1000 баллов. 1000 баллов – это где-то в деньгах, где-то 50 тысяч рублей всего лишь. То есть директор – это на самом деле такая начальная ступень. Потому что если сравнивать с другими маркетингами других компаний, то в некоторых компаниях личный объем, личная активность должна быть даже выше, чем у нас групповой объем директора. Далее, начиная с серебряного директора, заканчивая бриллиантовым президентом, здесь условия квалификации – это количество директоров в разных ветках. Учитывая то, что директор – это такая начальная ступень, то и остальные ступеньки, в принципе, достигаются очень быстро. Какие здесь особенности? Большие проценты, возможность получать бонус бесконечности с квалификации президент, а президент это всего лишь 7 директоров в разных ветках, а директор, учитывая, что объем такой, в принципе, небольшой, то президент, я думаю, за несколько месяцев первые президенты появятся. Но я, по крайней мере, собираюсь стать президентом буквально в ближайший месяц, может быть, два. Что тут еще? Какая особенность? Это мы здесь можем получать с равных и более высоких по квалификации людей. То есть, допустим, мы являемся директором, но у нас уже мы пригласили очень такого активного человека, и он быстро закрывает квалификации и становится, допустим, золотым директором. Мы все равно продолжаем получать с его структуры. Мы здесь получаем со всех. Мы всегда заинтересованы в успехе наших партнеров, и наши спонсоры всегда заинтересованы в нашем успехе. Это вот то, что выделяет наш маркетинг. Я считаю, это очень здорово, очень правильно. Следующий бонус – это командный бонус, это 15% от базового бонуса первого поколения. То есть у нас в первом поколении все получают люди базовый бонус, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, понятно, я говорю все, кто что-то делает. И вот берется сумма всех этих бонусов, берется от нее 15% и начисляется нам. То есть этот бонус тоже очень может быть таким существенным. Но здесь есть одно условие, это наличие двух и более партнеров в ранге золотого директора в первом поколении. Учитывая то, что золотой директор это всего лишь три директора в разных ветках, то через какое-то время, я думаю, командный бонус будут получать большинство наших партнеров. И у нас есть еще автомобильный бонус. Он выплачивается с ранга золотого директора. Для золотого директора он не превышает 20 тысяч, для бриллиантового президента 100 тысяч. Он именно призван компенсировать наши расходы на автокредиты, на различные, может быть, автомобильные программы. Но для тех, кому не нужен автомобиль, кто привык ездить, допустим, на такси или уже есть автомобиль и не хочет менять, эти деньги могут использоваться по своему усмотрению.
Это что касается очень кратко о маркетинге. Еще один вопрос по промоушену. У нас сейчас есть две акции действуют. Одна акция при покупке партнера продукции на 6500 рублей. Партнер получает в подарок Matrix Visum. Один Matrix Visum. И вторая акция, которая вот была объявлена совсем недавно. Человек, который регистрирует в течение этого месяца в первое поколение 9 человек, то есть выполняет условия полностью по стартовому бонусу, он получает 3 флакона Matrix Relictum по 2600 рублей, которые стоят, в подарок. И действительно, уже такие люди есть, как я уже говорил. Причем вот я буквально сегодня по телефону разговаривал с таким человеком. Ну и призываю вас также присоединяться к выполнению этой акции и получать в подарок от компании PowerMatrix эту великолепную продукцию. Я буду рад ответить еще на вопросы, если они есть. Промоушен за 3 человека или за 9? Ну вот я сказал, что за 9 человек 3 Matrix Relictum в подарок. Также напоминаю, что завтра в это же время, 18.00 по московскому времени, состоится вебинар с кандидатом медицинских наук, с врачом высшей категории, с врачом-эндокринологом Засориной Любовью Викторовной. Вы можете завтра получить ответы специалиста по всем вопросам, связанным со здоровьем. Потом в среду будет в 18.00 по Москве вебинар, также презентация с упором на маркетинг. В четверг будет фитнес-вебинар. Алексей Буторин готовит новый интересный вебинар о синергетическом эффекте применения препаратов Power Matrix и физических упражнений. Ну, как вы знаете, физические упражнения улучшают эффект, еще убыстряет эффект от применения, в принципе, любой продукции, и Power Matrix не исключение. И как получить максимальный эффект от применения продукции, это вы узнаете в четверг. И в пятницу будет опять вебинар с Засориной Любовью Викторовной. И в субботу в 12.00 опять, наверное, проведу я. Мелатонин, это вы имеете в виду церебрум, что у нас, церебрум 2, препарат, направленный на восстановление выработки собственного здорового уровня мелатонина. Мелатонин, он является сильнейшим антиоксидантом, он влияет на вообще на многие процессы, в том числе на нормальное восстановление во время сна, нормальный сон. Тут очень много у него положительного влияния. Вообще все эти классы этих препаратов Cerebrum, Cerebrum 1, Cerebrum 2, Cerebrum 3, они в принципе воздействуют на омоложение организма. То есть после 40-45 их можно применять всем без исключения. Запись вебинара за 11 марта будет, наверное, скорее всего, завтра. И также напоминаю, что завтра будет запись размещена той встречи с учеными, той расширенной презентации, которая была вот 2 недели назад в Москве.
Вопрос, обязательно разводить капли водой или просто капать под язык? На самом деле разводить не обязательно, можно капать и под язык, просто рекомендация производителей капать воду, потому что эффект он немного выше, если применять именно с водой. Но если нет возможности развести в воде, где-то может в пути, я не знаю, в дороге и так далее, то можно применять и капать под язык. А запись сегодняшней презентации будет, и я также поделюсь этой ссылкой в наших чатах. Ну, спасибо большое за внимание. Я был очень рад с вами пообщаться в этот понедельник. Желаю вам больших успехов именно с точки зрения финансов нашей компании, ну и, конечно же, обретения, возврат молодости, красоты и здоровья. Спасибо, до новых встреч!